Ну что ж, вечер продолжается, и еще одним подарком сегодня для вас, уважаемые гости, дорогие сотрудники, служат те люди, которые сейчас скрываются за этими кулисами. Я даже подозреваю, что вы знаете, кто там. Знаете, кто? Не знаете, да? А, что-нибудь вам говорит такое название группы, как «Моральный кодекс»? Да? Кто знает «Моральный кодекс», пожалуйста, похлопай. Кто влюблен в Мазаева? Девочки. Ну что ж, я думаю, что вечер будет отличным. Вечер продолжается. На сцене «Моральный кодекс». Thank you.
большое. Мы очень рады, что вы выбрали именно нас, пригласили именно нас. И хотим спеть для вас совсем новую песню, которая вот-вот должна выйти в эфиры наших радиостанций. Thank you.
наши старые песни и хотим предложить вам послушать некоторые новые, которые записаны уже некоторые, готовится пластинка и некоторые мы готовим к записи. Вот одну из таких песен сейчас для вас поет автор Николай Земляк-Кильдеев. «Огонь и лед». Thank you.
я знаю все. Из детских снов границы грез раздвинет дым.
Спасибо. Поздравляю вас с весной!
Когда-то у русских это был Новый год, на самом деле. Сегодня Новый год. Thank you.
саду орешки, лучистые обложки, на блюдечке халва. Саша Пушкин искал дыму на пушке, где алые матрешки.
Карабас-барабас опрокинул бас, Дуримар убежал в кусты, и косой дали были на мели, продавали свои холсты. Короли и шуты открывали рты, округляли глаза жули, а Матисс и Ван Гог распевали рок, света тени свои плели. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе и обо мне. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня. Thank you.
Спасибо большое, друзья. До новых встреч. Мы любим вас. Спасибо.